Всем привет, с вами Димак, и мы продолжаем играть в Jaws Mod 1.7. В прошлой части я пытался выполнить задание зачистить зону от зомбированных. Мне осталось буквально 41 зомби. Я знаю, где все эти зомбированные находятся, и я их уничтожу. Но нас ждет большая неувязочка в конце, как говорится, игры. Ну как в конце? Так, там свой что ли был? То, что я уже вступил в одну из группировок и больше не могу вступать в другие. Увы, это мне нельзя сделать, но не суть. Вы всегда это сможете сделать. Пистолетик. Вы как раз это и можете сделать, если вы не вступили в группировку. Или я маленько ошибаюсь. Не прав я, но если что, вы мне, естественно, можете написать в комментариях, я прочитаю и постараюсь исправить. Насчет задания у монолитовцев, там будет одно задание от киборга — уничтожить одного военного. Ну, типа он им помешал, все такое, всякие дела, вы можете прочитать это как раз. У них аккуратно. На чем я остановился? А, задание киборга. Да, нам надо будет уничтожить военного. Он будет запрачечный. Вы сбегаете и как раз убьете. Задание будет совсем немного по-другому. То есть прийти на сигнал СОС. Ну не сигнал, а просто сигнал КПК. И в итоге киборг, когда вы уже подойдете, сработает задание и скажет вам: уничтожьте этого военного. Естественно, он будет убегать, этот военный, но вы его догоните и убьете. Как у нас было задание с одним из военных. Ой, с одним из военных уже заговариваюсь немного. Немножечко подустал. Такая жаренище на улице. Да, не с военным, а бандитом. Я к нему подбегаю, а он только начинает удирать. И сколько у него боем высадил и не убил. Ай-яй. А второе задание будет уже от монолита, это тайники монолитовцев. То бишь вы должны восстановить все тайники, которые собрали. Честно говоря, я не помню уже, что там нужно будет, хотя... Вроде бы, я помню, что вот такая ЛР-ка нужна будет, ЛР-300, около 4-5 штук. Так, военные аптечки, бинты и гаусс-патроны. Все это нужно будет разложить по тайникам. Тайников не больше 5-6 где-то. Честно говоря, уже не помню. Но где-то так. 5-6 уже. Это уже не помню. Сейчас вспомнить будет очень трудно. Потому что тут надо еще справиться с этим заданием. Хотя мы сейчас и закончим. И в принципе у меня остается только одно. Это тайнички, которые остались, и GPS-проводники. Все эти тайники, естественно, сейчас посмотрю, покажу вам. Кстати, давайте уже направимся к какому-то из них. Какой ближе. Давайте вот к этому. Как раз около прачечной. Заглянем к нему и посмотрим, что у него есть. Так. После того, как вы не улетаете из зоны, вы остаетесь. У вас остается буквально ничего. Просто какой-то дают пистолетик, там МП-5 и все. И чуть-чуть патронов. Ну, естественно, вы можете бежать на базу и снарядиться. Но бежать лучше аккуратно, обходными путями. Хотя, какие обходные пути? Тут везде зомби. Придется немножечко уже пострелять, так сколько на зомбаре осталось? 19. Самый лучший способ нажить — это, конечно, поиски артефактов. Могу подсказать, вот здесь вот находится аномалия, если кто не знал. Аномалия вулкан. И на части монстров. В настройках, как вы знаете, опции мода, можно включить спавнить больше монстров или отряды альфа. У отряда альфа хорошее такое вооружение. Она вам показывает, ну, как показывает, какой показывает, она вам прибыль дает, за большие деньги можно продать их оружие, а
Части монстров можно отдавать зверобоям за кругленькую сумму. Ну, в общем, я так и заработал. Так. Ты где? Буду испугался. Ладно. Убежали уже к тайничку. Я его заберу. Так, что у меня здесь? Ой-ой, аккуратно. Аномалия. Здесь. Угу. Да, ех моя, тихо, аккуратно. Опа, выжили, отлично. Вау, бессмертный вообще. Одна, да, да. Естественно, пулемет я уже купил, обычный, у меня там завалялся один. Так, я его использовал. Так, один из тайников — это мой, это вот этот вот, а второй тайничок — это уже CGM. Кстати, что это такое? О, хороший. Пулестойкость мне сейчас как раз пригодится. Так, ну что, давайте ее как раз и повесим. Так, по артефактам. Есть какой-то вроде ненужный. Сила. Вот радиации снимем. Нам не радиация уже, точнее, вес уже не так нужен. 70 килограмм я вполне множество оружия и всего вот прочего могу унести. Так, ну что ж, бежим к следующему тайнику. Он находится здесь. Думаю, уже встретимся около этого тайника и заберем его. Ну что ж, я и подобрался к этому тайнику. Так, вот здесь он, как говорится, обитает. Так, давайте, ой, заберем. Ага, 5 детектор сварок. Честно говоря, он мне уже не первый раз попадается. Так, мне уже немножко начинает подлагивать. То есть, есть такое уже большое количество зомби. Нифига себе, с какого расстояния он попал в меня. Воу-воу-воу-воу. Так. Нифига, я могу целиться им. Воу. Ой, честно говоря, я только сейчас узнал, что можно целиться с пулемета. Офигеть! Это неожиданное открытие для меня. О-о-о. Сейчас вообще удобнее будет стрелять с этого пулеметика. Так, ну здесь самое большое количество зомби, как я знаю. Он зайдет стрелять тоже с пулеметика. Он уже здесь. О, выполнил! Отлично! Как выполнять это задание? Часть зомбарей еще остается на всех локациях, так что не забывайте их немного подчищать, чтобы не было лагов и подвисаний. Потому что после убийства зомби выпадает лут, оружие. Да что ж вы... Сколько у вас же там? Где-то тут стреляет. Вот это не вовремя, вот это не вовремя. Так, 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 так. Отлично, справились. Так, надо уходить. Они еще не кончились. Аккуратно обходим его. Прыжок. Тут снорк был, блин, отвлек. Так, где он? Здесь был снорк или человек? Точнее, зомби. Да. В аккурат мы это задание и выполнили. Ну что ж, ребятки, я сейчас соберу все эти тайнички, и можно будет на этом закончить. Но Siege Rose мы еще не заканчиваем. Давайте зарядим. Siege Rose на этом еще не закончится. Я постараюсь показать вам все Siege Rose тайники и все GPS-проводники. Будет, конечно, это нелегко, и насчет серии... Да, вот... Забыл совсем сказать насчет серии. Конец мая. Все школьники, как говорится, закончили свои школы. Ну, как закончили, их отпустили. Теперь у них летние каникулы, а я студент. И у меня сейчас сессия заканчивается, экзамены, все такое. Видео будет выходить чуть пореже.
Но она все же будет выходить. Я буду стараться снимать все равно. Так, где этот тенечок? Ну, как говорится, удача бы мне все это сдать. А, здесь кто-то есть. Кто тут? Можно зайти? Я тут ненадолго заберу тенечок только, ладно. Так, этот тайник. Что это такое? Это эмулятор мозговых волн. Да. Еще только в Сидж Роуз не найдешь. Монолитовцам я не пойду. Они мне еще нейтралы. Вот зомби здесь остались еще. Ну, я думаю, они справятся вполне. Воу-воу-воу-воу-воу. А, тут уже враги. Совсем другие. Совсем другие монолитовцы. Так, ну что ж, побежал тогда на другую часть локации, забирай тайники. Увидимся уже там. Ну что ж, вот мы и подобрались к очередному тайнику. Надо его забрать, пожалуй. Не оставлять же его здесь. Так, где он тут находится? Ну, запрятали, хорошо-то. Ага, вот он здесь. Это обычный тайник. А вот и Сиджоус. Так. Это Gold МК. Ну, более такая винтовка. Вот не то. Надо что-то с этими документами делать. Наверное, что нам отдавать? Ну, я посмотрю уж. Сбегаю на Юпитер. Так, и второй тайник. Совсем недалеко. Где-то здесь. Карте смотреть, там здесь недалеко. Кстати, вот переходы, они в обычной игре присутствуют. Это они у меня появились только тогда, когда я закончил уже саму игру. То есть не улетел с самолетом, а просто остался в зоне. Сейчас они тоже должны появиться. Так, да, обычно забираем. И вот Сиджи Роуз они. Кстати, мешок денег. Мешок денег. Ух ты, 16 тысяч. Довольно-таки неплохо. Ой-ой. Такая хорошая, кругленькая сумочка. Как раз мне пригодится. Хотя у меня вроде есть деньги. Ну да, есть. Впрочем. Пора на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Димак. Подписываемся, ставим лайки. Всем спасибо и пока. Увидимся в новой серии.